Многие начинающие птицеводы задаются вопросом, а чем же кормить кур зимой? В деревнях вообще бытует мнение, что куры зимой не несутся, ведь все свои силы они отдают за лето. Но прежде чем поговорить о кормлении кур, немного затрону тему содержания. Моя птица живет в неотапливаемом курятнике. Я проживаю в средней полосе России. Птицу зимой принципиально не грею. Естественно, температура в помещении не падает ниже минус 5 градусов по Цельсию. Птица у меня круглогодично гуляет, абсолютно в любую погоду. Если птице некомфортно на улице, дождь, снег, сильный ветер, то она без проблем зайдет в помещение. Не думайте, что куры глупые создания. Такие прогулки на свежем воздухе очень полезны. Обычно птица зимой мало двигается, от этого жиреет и перестает нести яйца. Немаловажный аспект в яйценоскости кур играет цветовой день, а точнее его продолжительность. Оптимальная продолжительность цветового дня составляет 12-14 часов. Для этого зимой я, естественно, подсвечиваю кур. Но чтобы каждый день по часам не включать и не выключать свет в курятнике, я использую обычную розетку-таймер. Кормлю птицу я обычно мешанкой. Различные комбикорма стараюсь не использовать в своем хозяйстве. За основу для мешанки беру свежие овощи, такие как кормовая свекла, картофель, морковь, красная свекла. От варки овощей я отказалась, кормлю исключительно свежими. Это очень сильно экономит время и сохраняет все витамины. Просто перемалываю овощи в обычном кулинарном блендере, кормовую свеклу беру за основу, остальные овощи чередую. Картофель всегда даю с небольшим количеством красной столовой свеклы. В мешанку помимо овощей всегда добавляю цельную пшеницу и дробленную кукурузу. 1-2 раза в неделю обязательно добавляю пророщенную пшеницу для витаминизации корма. Также хорошо подойдет измельченная сосновая хвоя. Проращивать зерно очень просто. Для этого я пользуюсь обычным лотком-проращивателем из магазина Fix Price. Несколько раз в неделю к основным овощам также добавляю различные овощи со своего огорода. Но это может быть тыква, кабачки, капуста, яблоки, что имеется в наличии и в зависимости от того, насколько был урожайным год. Тыква и тыквенные семечки богаты клетчаткой, антиоксидантами, витаминами А, С, Е и минералами, включая медь, калий, кальций и фосфор. В 100 граммах семян тыквы содержится 30 граммов белка. Капуста – хороший источник витаминов С, К, А. Поставляет в птичий организм калий, кальций, железо, фосфор и магний. Каждое утреннее кормление добавляю несколько капель рыбьего жира. Это обогатит рацион крайне необходимыми белками и аминокислотами. Помимо рыбьего жира добавляю еще мясокостную муку и кормовую серу. Мясокостная мука – натуральный продукт, включает в себе много полезных элементов, минералов и витаминов, а также богата белком. Кормовая сера – необходимый компонент белковой молекулы, которая активно участвует в обменных процессах и построении клеточных структур организма. Она является составной частью незаменимых аминокислот, гормонов, витаминов, таурина и других важных для организма соединений. В их составе сера участвует в окислительно-восстановительных реакциях, в процессе тканевого дыхания, выработки энергии, свертывания крови, синтезе коллагена и кератина, передаче генетической информации и выполняет многие другие важные функции. Кормовую серу стоит добавлять строго по инструкции, указанной на упаковке. Обязательно давайте кальций в любом доступном виде. Я не ставлю никаких отдельных кормушек с мелом, песком и ракушкой, а просто добавляю утром в корм. Куры очень любят измельченную скорлупу яиц. Измельчаю на том же блендере, даю ежедневно по мере накопления скорлупы за день. Такую добавку они склюют за несколько секунд. Зола и небольшие угольки всегда присутствуют в свободном доступе у птицы. Лук, чеснок, красный жгучий перец, зелень петрушки, укропа, а также перья зеленого лука обязательно должны присутствовать в рационе птицы, особенно в зимнее время. А еще мы своих курочек подкармливаем с периодичностью где-то раз в несколько месяцев, как у нас нарастет
вот такой зеленкой. Это у нас водоросли аквариумные. Их просто сейчас измельчим в блендере, как и все остальные продукты. Хорошо бы летом заготовить веники из крапивы и сныти, или просто высушить эти травы, а зимой побаловать ими своих курочек. Только сушить нужно так, чтобы зелень оставалась зеленой. Помимо сушеных веников даю птице испитую заварку от чая собственного изготовления, а также сена. Не забываем, главное правило – не перекармливать кур. Мои любимые девочки едят 2 раза в сутки, а также у птицы всегда должна присутствовать свежая и чистая вода. Ну вот именно поэтому мои куры несутся зимой наравне с летом.